Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Здравствуйте. Вы позвонили в Toyota Центр Южно-Сахалинск. Доброе утро, Анастасия. А, да, Светлана, вечер в хату, что называется вам. Можно мне соединить с этим консультантом БУ машин, то есть, да, БУ поддержанные? Скажите, как вас представить? Коростин фамилия моя, Валера зовут. Имя. Валерий Валерия, звать Коростин. Да-да. Я хочу огромный кусочек пиццы на праздничный стол, чтоб было там красиво накрыто. Кусочки пиццы разные сияли Валерий, при... менеджер сейчас работает с клиентом, вам перезвонят. Скажите, на какой номер телефона вам перезвонить? Здравствуйте, здравствуйте, Светлана, слышно меня? Прием. Как, на какой номер телефона вам перезвонить? Я вас услышал прекрасно, не надо повторять. Можно мне, пожалуйста, садить с консультантом? Менеджер сейчас работает с клиентом. На какой номер телефона вам перезвонить? А, то есть тот клиент важнее, чем я, да? То есть, получается, депутаты у вас не в почете местные. Я вас услышал, Валерий, на какой Светлана. номер телефона вам перезвонить? Коростин, Валерий, я для вас. Коростин, повторите. Коростин Валерий, на какой Да. номер телефона вам перезвонить? Давайте меня пока соедините с отделом новых автомобилей. Менеджер сейчас работает с У клиентами. вас один На какой менеджер номер или есть салон? телефона? Один, Да. да? Да. Понятно. Нормально, есть менеджеры? Серьезные. Валерий, оставайтесь на линии. Да. Как же хочется вкусить кусочек пиццы 4 сыра, моцарелла, масерати. Пицца плавится во рту, словно сахарок. Как же мне нравится, видит это Бог. Как ее я растираю зубами, она вливается в меня. Пицца, любовь всей моей жизни. Самая моя, единственная, нежная моя. Пицца бывает разной, бывает на тонком, бывает на толстом, бывает у меня в ротике. Эй, салага! Чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Пицца, священный наш продукт, пока ты здесь живешь. Я буду жить, я живу благодаря тебе, родной кусочек пиццы. Если бы не пицца, меня бы не было здесь. Эй, синица, принеси нам пиццу, чтобы пицца была всегда здесь. Эй, кусочек пиццы золотой, в меня входит с самого утра. И так целый день я его плавлю. Свои. Алло, Валерий. Да. Здравствуйте. Ожидайте, менеджер сейчас освободится, примет ваш звонок. Оставайтесь на Хорошо, линии. Светлана, хорошо. Пицца. Алло. Алло, добрый Здравствуйте. день. Здравствуйте, Меня Антон здравствуйте. зовут. Антон, здравствуйте. Коростин Валерий, депутат общественного собрания, беспокоит вас. Ну, я думаю, знаете меня, да, я местный Сахалин. А, ну, что там у нас по автомобилям, проинформируйте. Крузер нужен мне. Какой интересует вас крузер? Новый или с пробегом? Если есть, допустим, вот это вот 200-й аппарат, да, есть какой-то, либо новый, мне проинформировать, чтобы я приехал, да,
депутат, сел на аппарат и уехал. Ну, смотрите, получается, стоит новый, но он 22-го года. 300-й на комиссию нам поставили. Сколько? Цена у него получается 13 900. И есть 200-е. Один чуть позже будет, второй сейчас на правом руле, черного цвета, 18-го года. 7 900, ой, вру, 6 995 цена. А по второму пока есть нет информации. Он проходит еще проверки, соответственно, цены на него нет. Могу только попозже сказать. Я понял. То есть для депутатов какие у нас предусмотрены льготы, что называется? Да у нас для всех жителей Сахалинской области одинаковые условия приобретения. В смысле? А ничего, что депутаты общественного сбора? Ничего, да? То есть плевать здесь? Ну, я лично не решаю таких вопросов, если вы меня спрашиваете. Я вам говорю, что есть и по каким ценам стоит. Не надо меня бояться, я чувствую, так прямо аж подустали, когда ко мне бежали. Это правильно, похвально, потому что я человек не последний у вас в Южно-Сахалинске, меня все знают, авторитетная личность. Вот, депутат, как ни крути, сам на крузере ездил. Вот. Ну, сейчас у меня просто пузо появилось, большое стало, а сами понимаете, я человек статный, поэтому аппарат большой нужен, понимаете? По аппарату 18-го года. Проинформируйте, какой там двигатель, дизель или бензиновый? Бензиновый двигатель 4.6. 4.6, мотор, да. 1 UR. Да, пробег у машины 40 тысяч километров. 40 тысяч километров, да, это 6900, правильно, да. Аппарат? Это 6995. Понял, а по поводу Камри какая информация есть на сегодняшний день? Нету Камри в наличии ни одной, к сожалению. Нету ни БУ, да, ни новых Камри? Никакой. Понял, сколько пробега скручено на 200-ке? Нисколько, родной пробег у нее. Ну и сейчас я тогда перну. Я понял. Родной, да. 300-13, да. 13 900. Это новый аппарат? Да, без пробегов. Я понял. Сколько там, ну, объем двигателя? 3,3 дизель. А, ну это слабенький аппарат. Я понял. Понятно. Ясненько. Что там по поводу ганбезина? Есть там, что там, Пестер стоит на нем хоть? Кто стоит, не понял? Пестерас, Туретас, Пендера, Патыр, Таштиртаба. Прилетел хуеды в рот. Вот тебе и анекдот. Нету, да? Нет. Я понял, а это БМВ? Нет, БМВ нет, не знаю. Компрессор старый, гнида. А что там у вас? Есть что-то нормальное? Ну, то, что есть нормальное, я вам озвучил. Не, я понимаю, я имею в виду не Toyota, что-нибудь нормальное. Ну, так, подождите. Из премиум для мужчин что-нибудь? Ну, есть, я имею Lexus. В виду BMW. Mercedes и BMW, вот есть что-то такое? Нет, нет, вот из такого нет ничего. А, то есть нормальными машинами не руководствуете, да? Ну, сейчас наличия нету в данный момент. Я вам сочувствую, конечно, ситуации. Я сам место здесь, депутат сам, у меня машина-то есть. По поводу комплектации по 200-ке. 200-ка с правым рулем, комплектация у нее AXG называется. Цвет салонного аппарата черный, да? Черный на черном. Ну, понял, то есть как будто негр на негре лежит. Понял. Я прекрасно вас услышал. А этот стоит хоть у него сейчас современные вот эти оптика, как терш. У него стоит оптика какая, вы сказали, не понял? Ну, как она новая? Терш. Ну, у них оптика диодная. А, я думал лазерная. Нет, лазерных нет фар. А чё ж нету, чё ж, поснимали? Нет, просто не ставят ни на 300, ни на 200-й крузер. Не, да я просто чё хотел, Антон, да, Антон, правильно зовут. Хотел предложить, да, там же ж до Японии плыть недолго. Может, всё-таки я заплачу, хоть сплаваешь, привезёшь тогда крузер мне с Японии прям. Боюсь, не дотащу его.
Да ладно там, я ж-то депутат, мы просто решаем. На газели довезем. Я услышал. По поводу еще имеется в виду, я хотел сказать, BMW 530D вам о чем-нибудь говорит вообще такой аппарат? Да, говорит, но в наличии нет такого. Я понял, так нормальная, то есть машины у вас 530D не имеется, да? 6 цилиндров, дизельная, 3 литра. Нету. Понятно. Камри, да, а что Камри-то нету, были же? Ну, сейчас санкциями все обложено, поэтому нету. В смысле санкции? Вы же там возле Японии. И что, что мы возле Японии? А что там рукой? Мы же в Российской Федерации находимся. Нет, так там поплыть-то сколько там? Раз, два, и все, и машина здесь. Ну, японцы санкции ввели против нас, соответственно, ну, не отдают такие машины. Понятно, то есть нормально себя вести не хотят. Ну, значит, пизды получат, я понял. Я понял, я депутат, потому что человек серьезный, если кто-то что-то где-то там, сами понимаете, вот эти вещи, мне вот это вот не надо, вот эти англосаксы будут наказаны. Я вас понял, прекрасно, я человек не молодой, вы поймите меня правильно, а сам депутат. Я депутат общественного собрания, может, слышали, да, обо мне? Коростин у меня фамилия. Нет, не слышал. Сочувствую вам, новости мне интересуетесь, да, ну понятно. Так, ну что тогда будем тогда? Я просто сегодня хотел подъехать, но у меня просто это самое, у меня самого крузер был, вот сломался аппарат. Ладненько, вы сегодня на работе? Да, с 9 до 9. Я понял, завтра у вас праздник или когда? Нет, мы работаем с 9 до 9. Праздники у нас только 1-2 января. Понятно, ну понятно, это женский день его завтра, все понятно. Владельцев Тойоты это тоже праздник. Я понял, ладненько, все прекрасно, ясно. Понятно, а что ж, есть вот эта комплектация, сейчас имеется в виду лазеры? Лазеры? Ну это, Бестерам Пентуртест. Нет, нету. Понятно, ясно. А чё ж машин так мало у вас? Какие Тойоты в наличии сейчас посмотреть? Есть Хайлендер новый, 300-й Land Cruiser, 200-й Land Cruiser. Хайлендер это чёрный вот этот, да? Чёрный, белый есть. Понятно. Black and White. То есть чёрный как Ниара, белый как Снежок. Я понял. И сколько аж цена у аппаратов? 6700, самая максимальная комплектация 7200. Ну я понял. Ну ясно, ну понятно. Но этот аппарат и не рассматривает, это женский, для женщин Хайлендеры. А прадики есть тоже для женщины? Нет. Женских машин нет. Ну хорошо. Понятно, 8 марта все-таки. Забрали уже, да, сучки. Ясненько. Ну, а есть этот самый у вас BMW? Нету. Не, 530D, 6 цилиндров. Нету. BMW вообще никаких нету. Сочувствую. Нормальных машин не видели, да? Видел. То есть BMW были у вас все-таки, да? Распродали. Когда-то были. Я понял. А сейчас нету, да? Ну, понятно. Марк 2 имеется в наличии? Нет. Супра? Нет. Хонда Аккорд? Нет, таких машин нет. В принципе, я вам перечислил те машины, которые есть на складе сейчас. А, то есть, по сути, ничего нету, да, нормально? Из Тойоты, да, вот я вам сказал, что есть. Не, а есть что-то нормальное? Я имею в виду нормальное что-то. Мерседес, БМВ, не вот это вот, ширпотреб японский. Нету таких марок. Я понял. А что, только по Тойотам специализируетесь? В основном, да. Я понял вашу грусть в голосе, когда вы сказали, что нет BMW. Я вас прочувствовал. Понятно, я понимаю. Ничего, скоро BMW нам бесплатно будут достануться. Ладно, я вас понял. Я просто депутат. Поэтому вопросы такие задаю, вы уж не подумайте. Я человек серьезный. Я понял. Так, по поводу двухсотки, значит, черный, да, вы говорите? Да, все верно. Мехтухтерас есть там? Нет. В смысле нет? Это что, такая комплектация не Universi?
Нет, это AXG комплектация. А, я понял. Ну, понятно. То есть это батуашка. Ясно. Понятно. Антенна в виде плавника стоит? Да. Я понял. Работает ли пока, как обычно, для красоты? Нет, все работает в машине. Я понял. А что там, диски хочешь ставить? Есть куда? Ну, там уже стоят диски. Нештатные. Не, я имею в виду с музыкой. А, головное устройство, да, поддерживает. Понял. Инфракрасный борт там есть? Нет. А, ну понятно, то есть комплектация AXG, да? Да. Понятно, я вам сочувствую тогда в таком случае. Чего ж клиентов-то нет у вас? Надо бы, я как депутат, надо бы приехать, закрыть бы салончик-то, машин-то уже нет. Есть, только не те, что вы спрашиваете. Не, нормальных нет. BMW там, допустим, Mercedes-ы какие-нибудь. Ну, я понял. Для Сахалинской области это не совсем те автомобили. А какие нормальные для Сахалинской области? Ну, котируются в основном японские бренды. А, то есть на нормальных не ездят, да? Понятно. Ну, понятно, там Япония прям рукой подать, но ее не купить, потому что, ну, все понятно. В чем тогда смысл японской техники? Я предлагаю открыть побольше «Лада» салона. «Ладу», у нас сейчас новая «Лада» выходит, как депутат вам заявляю. «Лада» на автомате выходит, на китайском. Что на это скажете, родной? Я рад за нее. «Лада» выходит новая на автомате китайском. «Веста» вот скоро будет. Так что радуйтесь, скоро будет нормальная машина у вас. Отлично, будем ждать. Это вам не Toyota Camry, вот это бесполезно. Москвичи есть хоть третья? Нет, мы этими машинами не занимаемся. Этим занимается другой дилерский центр. Понятненько, закрыть тогда надо все-таки. Что ж, машин-то 5 штук осталось. Смысл содержать салон, когда 5 автомобилей. Я понял, понятненько все. На нормальной машине хоть раз ездили, хоть BMW была у вас? Нет, у меня не было. А вы сами на какой машине передвигаетесь, Антоша? На Тойоте. Камри? Нет. Королла, да? Нет. А какая? Это ваша? Левин? 1.6? Нет. Краун? Нет, тоже. Какого года аппарат? 2010. Понятно, внедорожник, да? Нет, седан. Ах. Понятно, Камри старенькая, да? Японская дрель. Я вас... Не говорите. 2GZ, да, стоит? Да, все верно. Понятно, морковник. Да, морковник. Все понятно, то есть на нормальных не ездим, да? Ну, ладненько, Антоша, занимайтесь. Я как депутат приеду с проверкой скоро. На Весте, на автоматик вам заскочу, хоть аппарат оцените. Все, до свидания, работаем, не отвлекаемся. Депутат прощается с вами, до свидания. Всего доброго. До свидания.